Понятно, что пенальти лотерея. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Расскажи об эмоциях своей команды сейчас. Хорошая игра, мы готовились к игре. В принципе, 80 минут атаковали, трудились, но несмотря на это, все зависит от этого. Так сказать, счет. Оскар Алиаскарович снова сделал быстрые замены еще в первом тайме. Значит ли это, что вы подустали к четвертому игровому дню? Все-таки играть через день это тяжеловато. Да, у некоторых травма еще. Все-таки не получалась игра у них. Из-за этого заменил.